Всем привет, ребят, с вами Крип. И сегодня я буду пробовать вот такие вот витаминные напитки. Так, это со вкусом абрикоса, это со вкусом малины. Вот, такие упаковки. Внешне мне никак не отличаются. Просто тут надписи вот такие вот. Малина. Так, фокусирует. В общем, вот такие вот черные надписи. Малина, абрикос. Так, сейчас почитаю. Так, состав. Сахар, витамин. Стабилизатор. Портфель чай. Содержимое пакета, ну, 10 грамм, 3 стакана теплой воды, 10 миллиграмм. И тщательно перемешать. Использовать сразу после вскрытия пакета. Рекомендуемая дозировка 1 порция напитка в день. В общем, я одну сегодня попробую с малиной и завтра еще. Так, я не знаю, сколько это будет, 200 миллиграмм, ну, полный стакан пью. Так, берем стакан. Вот такая чашка. Прозрачную взял специально, чтобы, ну, вам посмотреть на цвет. Так, малина. Так, чтобы вы не все стыковались. Пахнет, даже не знаю, ну не малиной, а какими-то малиновыми конфетами, что ли. Порошок, я думал, будет какой-то розоватый, но нифига. Сейчас покажу, какой видно, вот, такой белый, блин, как сказать. Ё-моё, беловатый такой и с чёрными такими пинками. Смотрим, что будет это вот проблема. Так, сейчас схожу за воду. О, он розовый. Так, стоп. А, теплой воды. У меня как бы горячая. Ладно, я поберу пока не просто. Вот, да. Ну вот смотрите. Вот. Белый порошок окрасился вот при помощи воды. Вот такой вот. Какой-то красноватый такой оттенок. Пахнет каким-то лекарством, по крайней мере. Мне кажется, это будет не очень вкусно, потому что это витамин. Попробуем. Возможно, мне это настолько не понравится, что я даже не буду пробовать перепосты. В общем, сейчас подожду, пока остынет. Итак, давайте попробуем. Похоже на кисель, но какой-то вкус такой, привкус такой, как у лекарства какого-то, и пахнет. Пахнет тут как раз именно лекарством. На вкус как кисель с лекарством. Нормально пить можно, поэтому я, наверное, как раз завтра вот попробую абрикос. Так, ну, так как рекомендуемая доза, это как бы один... пакетик. Итак, наступил следующий день, поэтому сейчас буду пить этот вот напиток витаминный Vita Pro, профилактическое питание.
Вот. Со вкусом абрикоса сегодня. Так, открываем. И открываю. Вот это пахнет немного, ну, похоже на абрикосовый сок, в общем. Тут тоже, в принципе, такой же цвет. Так, сейчас. Такой же цвет. Заливаем водой. Так. Перемешиваем. Так, цвет вот такой желтый. Запах такой же, как и у малинового. Запах просто лекарства. Вот. Ну, теперь остается только ждать. Когда остынет. Так. Пробуем. Но похоже на сок абрикосовый и опять же лекарство. Так, давайте подведем итоги. В общем, я ставлю абрикосовому вкусу 8 баллов из 10, а малиновому 10 баллов из 10, потому что как бы я... Ну, это лично мое мнение, потому что я просто не очень люблю абрикосы, я люблю, но, например, абрикосовый сок и любая продукция из абрикосов я не очень люблю. Ну, прям реально как бы такой есть немножко абрикосового сока вкус. В общем, вот, побеждает малиновый вкус. Ну, а с вами был Крип, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока, ребят.